Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас свеженькое видео. Как обычно, первым оно выходит на моем телеграм-канале, на который вы можете подписаться в ссылке под этим видео. Друзья, желаю приятного просмотра. Как обычно, всех обнял. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас кратенькое, но очень интересное видео новостное об свежем обновлении, которое у меня прилетело на мой смартфон iPhone 15. Честно скажу, друзья, этот смартфон меня продолжает сейчас удивлять и в какой-то степени шокировать. Во-первых, здесь лютая автономность до 10 часов, друзья, активного экрана. И, собственно говоря, этот смартфон мне нравится своей мощностью. Практически 3,5 ГГц тактовая частота максимальная. Ну, тянет практически все игры, друзья, на средневысоких настройках. Как-то так. Итак, друзья. Давайте же все-таки посмотрим, что тут изменилось. Проходим в настройки основные и обновление ПО, друзья. Сегодня у нас версия прилетела на мой iPhone 15 iOS 17.6. Весит она практически без 0,03 мегабайта, практически гигабайт весит. Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и исправления ошибок. Версия рекомендуется для установки всем пользователям, друзья. На самом деле это вся исчерпывающая действительно информация, то есть версия 17.6. Как я понимаю, еще скорее всего будет версия 17.6.1 до 17.6.5 дойдет, а потом уже будет версия 18. Конкретно в сентябре должно быть представлено iOS 18, уже стабильная версия. Естественно, я, друзья, обновляюсь, вводим пароль. И, собственно, устанавливаем данную версию. Друзья, смартфон меня не перестает радовать. Однозначно рекомендую к покупке и устанавливайте официальные на него версии. А бетки я устанавливаю на 14 iPhone. Тот тоже, как говорится, товарищ не промах. Поэтому, друзья, рекомендую однозначно iPhone 15 к покупке. И, соответственно, устанавливать данную прошивочку. Подписываемся на канал Технобар Плюс в Телеграме, в YouTube. Ставим лайки, пишем комментарии. Я, как обычно, всех обнял.